больше всего из них мне понравился Реймор Морган, потому что он больше всех, наверное, работал. We trust in each other, we know what we can do now. The team's playing very well, like I said, we stay defensive-minded, and it shows. I think we're playing our best basketball right now. Была командная работа, в некоторых моментах, конечно, ошибались. Но эти ошибки исправляли, и вообще это была игра огонь. Фан-сектор Уникса лучший. Уникс!